Прям туда. Прям туда, смотри, прям жопой туда. Вот разворот. Ой, как-то неуклюже. Это что такое? Ну что, ребята, страшно вам? Всем привет, друзья мои хорошие, с вами, как всегда, Спикер. И продолжаем наш симулятор. Totally Accurate Battle Simulator. И что у нас сегодня будет? Дальше будем играть компанию. Читаю твои комментарии. Всегда читаю под каждым роликом. Очень приятно, что пишешь. Мне очень приятно, что ставишь лайки. Мы продолжаем нашу компанию, вторую компанию Адвентура. И у нас дальше. Кто у нас будет дальше? У нас дальше музыканты. Сегодня поиграем на музыкантах. А сегодня будем убивать музыкантов. Как их убить, по идее? Слушай, как их убить? Я даже не знаю. Убить их можно по-разному. Возьмем, наверное, одного минотавра и раскидаем в разные стороны. А можно, по идее, взять вот таких ребятишек. Смотри. О, двоих. Все, понеслась. Под музычку мы летаем. Мы летаем всеми разом. И что у нас? Полетели. Ух, музыкантики. По идее, у них есть крылья, и они не упадут вниз. Ты понимаешь, зачем я сделал? Все, музыкантов раскидываем. Раскидываем музыкантов. У них какие-то перышки сверху. Играет под музычку. Наши летающие братья все летают и летают, убивают. Они пытаются, по идее, сбросить с обрыва, как понимаю. Но это дело не получается, потому что у нас есть крылья. Все нормально. Все нормально, первую мы взяли. Идем дальше. Кто у нас? Вот это да. Вот это поворот. Ну слушай, мой друг, реально, мне понравилась тактика, знаешь, прошлая тактика на прошлом ролике. Ты тоже ее оценил. Да. Ты тоже ее оценил. И мы то же самое сделаем и тут. Хотя, знаешь, тут пойдет. Вот реально, здесь пойдет минотавр. Он, по идее, быстро передвигается. Он залетит туда очень быстро и всех раскидает. Вот смотри, реально. Он реально пойдет минотавр. У меня 4000 есть. У меня есть еще медики, можно сделать медиков. Хотя, знаешь, давай вот так проверим. Одного минотавра. Сейчас все дело проверим. По идее, он должен успеть. О-о-о, полетели камни, камни. Нет, не канает так. Все понятно. Все понятно, так не канает. Ну, хорошо. Вот так канает, вот так канает. И вот так, вот так, вот так точно канает. Все, все дело пошло. У нас есть один король. У нас много-много магов. У нас много медиков. Ой, камни прилетели в разные стороны. Ой, сейчас будет потека. Ой, держи свой посох. Смотри, еще работает. Обалдеть. Вставайте все, вставайте все. Все. Ну, король дошел. Главное, что король дошел. Все, король дошел. Живой. Слушай, они вплотную даже атакуют. Я даже и не знал. Что-нибудь атаковать вплотную. Бей, король. Мне нужно больше пехоты здесь. Больше пехоты обязательно сделать нужно будет. Ну, победа если не будет. Король, давай, давай. Два удара, все. Ему хана. Всем хана. Все, последний удар, ему хана. Поднимай свой меч. Поднял свой меч. Все нормально. Подняли меч, и победа за нами. Что у нас будет дальше? А дальше у нас расставились ребята. Я прям слышу, как они расставились, только не видел где. Где они? Куда они заныкались? На деревьях? Я их не вижу. Ку-ку, вы где? Слушай, а куда они делись-то? В пещерах, что ли? А у нас 5500. Кстати, давненько мы не делали мамонта. Смотри, один мамонт, два мамонта, три мамонта. Два мамонта сейчас пойдут убивать. Не знаю, кто здесь против меня будет. Мы сейчас увидим. Где они? Я их не вижу. Где они? Слушай, где? А, вон выходят, кстати. А, они выходят. Вы кто такие? У-у-у, там, походу, их очень много. Ну, мамонты, вы готовы? Вы готовы пойти? Они готовы идти. Они выходят, мы раскидываем всех сразу же. Да-да-да, во-во-во-во-во-во. Это камни пошли. Прям туда. Прям туда. Прям туда, смотри, прям жопой туда. А, мамонты, все, мамонт сдох, что ли? Такая задница в мамонте. То есть в горе. Ну что, ребята, страшно вам? Страшно? Победа. Нет, не победа. Обалдеть. Они выходили из пещеры. Это, конечно, прикольно, но это не то. Нужны маги. Нужны вот такие маги.
они, знаете, делают такие острые скалы, поднимают, как раз там пространства будет мало, и эти маги очень хорошо пойдут именно туда. И можно сделать катапульту. Но гора будет мешать, мне кажется. Будет очень мешать гора. Ну, можно сделать короля, в принципе, знаешь, вот так сделать в сторонке. И, конечно же, вот так. Да-да, вот так сделать. Самый топовый, знаешь, методика в этой игрушке. Все, мы идем. Сейчас эти трое сделают там, знаешь, такие колючки. Такие колючки сделают. А сейчас все будет, сейчас все будет. Первую волну точно, по идее, маги должны идти. А, ну давайте, ребят, давайте. О-о-о, о чем я и говорю. Вот о чем я и говорил. Видишь, как красиво идет. Первая волна готова. Все, пошел король. Пошел в пещеру, наш король. Пошел в пещеру раскидывать всех. Да-да, кстати, неважно какое количество. Там у нас 300 пацанов. А там осталось буквально чуть-чуть. Все, там осталось чуть-чуть. Раскидываем всех остальных. Все. А маг убивает, походу. Смотри, целится в маги. Медиков целится. Да, минус медик, но король справляется. Все. Камни еще есть. Опасные камни. Очень опасные. Во, в первую очередь. Поднял первое. Добивать. А, моих убили, кстати. Наших убили троих. Ну и все. Осталось двое. Бей. Один удар и все. Медики так меди. Лечит. Давай. Ну, добей. О. Слишком большой меч в этой пещере. Ой, там еще идет сзади. Последний идет. Такой вояка идет последний. На тебе. Живой, что ли? Ты куда пошел? Они куда пошли все? Они куда все пошли, слушай? С другой стороны, что ли, можно обойти все это дело, нет? Тут нет никого. Я не вижу никого. Они куда все пошли? Все, победа. Нормально. Пошли в пещеру куда там, без меня. А кто у нас? Спартанец. А 200 нам дали. Здорово. Конечно, здорово. Я хочу тоже спартанца. Давай-ка, спартанца и еще 20-ку нету. Все, спартанец против спартанца. Ну что у нас сейчас будет? Битва. На, во, пошло дело. Мечом, щитом. Пахари получил, конечно же. Давай-ка еще разок. Да, в принципе, битва неплохая была. Битва была неплохая. И что у нас? Кто? О, щит. Неплохо. На, вхарю. Опять вхарю получил щитом. Что такое происходит? Погоди-ка. А, нужно сделать кого-то другого. У нас 200, можно... О, смотри, какого. Нормально. Попкорн. Это у нас попкорн такой забавный. На тебе. Быстро его вынесли. Очень быстро вынесли. О, копейщик. Мне нужен копейщик. А, погоди, ты не копейщик. Мне нужен копейщик. Вот ты копейщик. 120. У нас еще 80 есть. А 60 можно сделать. Вот так с дубинкой. Пока дубинка отвлекает, копейщик его бьет. О, упал вниз. Все, что ли? Обалдеть. Спартанец реально крутой. А, крутой спартанец. Камни. О, камни точно. Нужно бросать камни. Давай-ка бросим камни в него. Бросай камушек в него. Да. Вот так и все. Видишь, как очень быстро все делается. Сколько тут всего? Нам дали 4000. Здесь всего лишь 5 рыцарей. И больше я никого не вижу. Возможно, кто-то есть внизу. Меня кто-то ждет, наверное, внизу. Хотя нет, не вижу никого. Все, что ли, ребята? Серьезно, что ли? Можно сделать вот так. Сейчас проверим. А ты куда пошел? Беги вперед. А, сзади еще. Ой, сзади еще. Мамонт против рыцаря. Все, разнес. Мамонт против рыцаря. Давай, бодай, рыцарь. Бодай, мамонт. Все, разворот. Ой, как-то неуклюже. Это что такое? Погоди, это... Ты что такое? Ты... Встань! Это что такое? Погоди, меня сейчас убьют! Меня сейчас горло! Нет, погоди! Он сейчас сражается! Обалдеть, победа! Проигрыш! Погоди. Очень забавно смотрел. А меня окружают сзади еще вон кто. Хорошо, пускай мамонт идет спереди. Да, мамонт идет спереди. А вот сзади у меня будет, наверное... Ну, можно сделать короля, но сделаю, наверное, минотавра. И сделаю, наверное, вот этих ребят.
Одного, что ли, что ли? Погоди, одного. Ну, пускай один будет. Все. Ой, ой, ты куда... Ты куда пошел? Ну, пускай лечит мамонта. Пускай лечит мамонта. А, он пошел обратно, что ли? Там один. О, развернулся. Все нормально, развернулся. А, медик, медик, отходи назад. Отходи назад. Сейчас мамонт разберется. А, бодает, бодает. Слушай, прикольно. Бодает, конечно. Все, развернулся нормально. Сейчас всех раскидаем. Бочком. Бочком так как-нибудь. Рачком. А, мага, мага, не трожь. Все, готово. Не, проигрыш? Убили, что ли? Убили очень быстро. Тебя убили. Тебя тоже убили. А тебе нужно поближе сюда поставить. О-о-о-о-о-о-о-о-о. Методика работает. Вот так нужно сделать. Можно сделать, конечно, короля. Проще сделать короля. О, какой желтый. Все желтое. И пыль, и он желтый. Перестрел. Разворот, разворот. А маги сзади будьте, медики сзади. Во, пошел бодаться. Ну, какого черт всех забодал? Валяются все. Сейчас, по идее, его зарубят. Он, в принципе, неплохо раскидывает. Ну, всех забодал. Он реально всех забодал. Все, проигрыш опять. Я не понимаю. Он всех бодает буквально всех подряд. Ну, окейшки. Значит, это не канает. Значит, это другое что-то надо. А можно змей много сделать? Смотри-ка, можно змей. Ух, змей. Конечно, нужно сделать минотавра еще. А, не хватает мне чуть-чуть. Так тоже не хватает. Пока минотавра одного. Пускай медики лечат. Ну, пускай один. А, сейчас выйдет минотавр. Медики будут ли его лечить? И что? Что? Змей, змей, змей. Погоди, вернись обратно. Ты куда делся-то? Ты куда упал, мой друг? Ты куда улетел-то? Он улетел, походу, вниз. Обалдеть, змеи остались. А змеи, что ли, остались? Кого пытаются лечить, я не понимаю. Кого пытаешься лечить? А, змеюку! Он лечит змеюку! Обалдеть! Одна змея, что ли, всех будет убивать? Да ну нафиг! Секундочку, что-то не то. Они меня, по идее, окружают, понимаешь? Меня, по идее, окружают. Значит, нужно круговую оборону делать. Да-да-да, нужно круговую оборону делать мне. А рыцари, лучники, даже не знаю, кого взять там. Мне нужна круговая оборона. То есть, понимаешь, ой, не хватает что ли? Ну, это много, слишком, наверное. Делаем круговую оборону. Вот так круг делаем. Кружок делаем. Конечно, медиков сделаем тоже. Еще один круг. И, конечно же, короля! Король. Смотри, ровно. Ровно хватило. Все, пошло дело. А как будет происходить, я даже и не знаю. Куда они пошли в первую? Они все раскидали в разные стороны. Обалдеть. Сейчас медиков убьют и все. Сейчас медиков убьют. Сейчас медиков будут бить. А король, короче, сдохнет у меня, потому что медиков не будет. Прям в спину. Прям в спину. Ну, в принципе, маленькое время тратится. О, какое там идет сражение. Нас побеждают там. Да, маленько побеждает, маленько. А король, король, не упади, главное. Не упади, король. И что, медиков нету. Король остался. Там наши сражаются. Три. Нет, три. Два. Два наши остались. А король вниз спустился. Внизу король сражается. Наши двое идут на подмогу королю. Подмога короля. Подмога короля всего лишь два. Рыцаря. И идет сражение последнее. Ох, май гад. Чуть-чуть не хватило. Вот реально, буквально чуть-чуть не хватило. Медиков убили очень быстро. Вот реально, медики нужны были бы. Не хватило чуть-чуть. Куда поставить сейчас медиков, я даже и не знаю. Можно поставить вот сюда поближе, может. Можно, в принципе, раскидать их в разные стороны. Вот таким макаром. Нет, только не сюда. Вот только не сюда раскидать их. В принципе, знаешь, можно пойти вот сюда на сражение к этим. То есть рыцари убрать. Вот так, этих рыцарей убрать и вот сюда рыцарей поставить. Вот так. И одного медика вот сюда. Одного медика вот сюда. Все, вот так будет. Вот так будет топово. Вот сейчас будет сражение нормально. И медиков вот сюда. Все, максимальное количество. Все, пошло дело. А, эти пошли туда, эти пошли туда. Все, сражение. Медик, ты куда пошел? Медик. Медик пошел. Думает, да ну к черту, пошел я к королю. Пойду я к королю. Ну, король, в принципе, сражается. Ну, в принципе, нормально. А что у нас там происходит? Ох, нормально, нормально. Всех выносим. Всех убили. Да, всех убили. А, идут на медики. Идут на медиков, но не успеют наши подойти. Медиков убивают, к сожалению. Медиков всех убивают, что ли. Король, помогай. Король, помогай. Король, выручай. Медика не трожь. Все, победа короля будет, точно. Победа короля будет. Да, победа короля. Ох, медик работает. Медик еще работает. Давай, лечи. До последнего лечил. Мечи летает.
Наш рыцарь, как ты бьешь? Это что такое? Это что за поза? Победная поза. Бьет, пытается. Он уже не знает, как бить. Он уже все уже. Кто остался? Где кто? Ты куда идешь? Ты куда пошел? Возьми нормальный меч. Это что? Возможно, кто-то еще едет внизу. А, вон внизу, вижу. Но в такой позе, я не знаю, как... Как он его ударил, обалдеть. Красиво ударил очень. Ох, май гад. Вот это да, вот это плюха. Вот это плюха прилетела. Ну, конечно же, катапульты мне выручат в этом. Знаешь, намного дороже стоят мамонты, наверное. Мамонты 2200 стоят, а катапульты стоят всего лишь по косарю. Так что мы ставим катапульту по каждой улице. По каждой улице, по катапульте. Два мамонта и все, да? По каждой улице получается. Ну, конечно же, можно сделать медика. Хотя не знаю. Можно... О, там у меня еще 6400. Еще много всего есть. Можно бы сделать по королю. Обязательно. По королю, чтобы, знаешь, отвлекал маленькое внимание. Хотя, знаешь, отвлекать внимание нужно пехоте. Пехоте. Вот так сделаем пехоту. Неудобно ставить маленько здесь. Нельзя прокрутить. Вот так сделаем пехоту. Пехоту здесь, пехоту здесь. Вот так, два ряда пехоту побольше. Можно даже сверху поставить. Можно даже сверху, может здесь сверху поставить даже. Пехоту поставили и, конечно, сделать маги. Нужны эти медики. Они лечат, они, в принципе, неплохо лечат. Так, здесь тоже поставить, парочку поставить. Ну, ставься. Давай сюда поставься. В принципе, все. Я готов, конечно, под музычку, вначале музычкой. Как же без музычки? Можно, конечно, сделать еще вот таких. Давненько их не делал. Вот такие маги. Косы, тачки. Вороны можно сделать. У меня, в принципе, есть еще. Ну, сделаем вот так. Все, не хватает больше. Сделаем косу еще. Вот, все, пошел, делал. Ребята, спускайтесь вниз. Аккуратненько спускайтесь, не разбивайтесь. Живой. Катапульты еще едут. Уже пошло зелье. Вороны полетели. Вот это да. Да, у нас они бодаются. Они очень сильно бодаются. Фиолетовый. Все, он сдох, видно, он сдох. У него глаза крестиком загорелись. Но катапульты еще работают. С этой стороны что у нас? Еще живой. Там уже, по идее, сдох. Там у нас был маг, кстати. Там был маг, а здесь не было мага. Один убитый. Лечит кого-то. О, еще бодается. Там бодается, здесь бодается. Катапульта, стреляй скорее. Катапульта, стреляй прямо сейчас. Поздняк уже. Осталось два мамонта. Живой еще. Еще живой. Музыка еще играет, вижу, бегает. Так, этот готов. Это улегся. Отдыхает. Там наши бьют, там рыцари. Кстати, рыцари очень хорошо сражаются. Да. Они очень хорошо сражаются. Здесь он пытается. Пытается сражаться. Неудобно, конечно, мамонтам, знаешь, в этом помещении. В этом... Там, по идее, все уже. Да, там уже, по идее, все. Музыка, где музыка? Здесь наши не могут пройти. Там тут много мусора. Но, что уже? Готов, не готов? Медиков нету. Все, что ли? Мамонт идет на ту сторону. Там есть музыкант. Победа, да. Победа, конечно, колоссальная. Ух, сколько катапульт. Все находятся наверху. Конечно же, можно сделать летунов. Ну, конечно, это будет в следующей серии, мой друг. Да, в следующей серии. Будем продолжать играть в эту игрушку. Если напишешь комментарий, продолжать либо дам. И, конечно же, поставь лайк, подпишив и колокольчик не забудь. Спасибо, что смотрели. Всем удачи и всем до новых роликов. Всем пока.